Доброе утро, игрок команды Лацо, Камал Шалбутов. Сегодня играли с сильным соперником, со старым соперником, уже встречались не раз. Могли спокойно игру удержать в своих руках, но что-то пошло не так у вас во втором тайме. Что именно? Пошло, во-первых, не так, что замены. У нас играл всего 8-9 человек было, и то есть один человек убегал все время на поле. Ну, играли слаженно.
силы все-таки берут свое, поэтому они кончались. Ну, однако ж вы, у вас получалось забивать и ответные голы. Да. В конце уже подвела реализация, либо действительно уже были силы на исходе? Скажем так, пацаны все-таки мотивированные были, которые сидели на замену, подбадривали своих игроков, а у нас как бы даже мы уже не могли даже подсказки давать друг другу. Вот, в связи с этим подводит команда, конечно. Даже удивительно было для нас, что мы вышли вперед. Если бы остался счет победным, это был бы большой успех для наших. Ну, на следующие игры уже планируете быть в оптимальном составе? Да, мы будем принимать максимальную к этому силу, прикладывать. Игра была отличная, всем все понравилось. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, Гомян Артур, нападающий команды «Ювентус». Сегодня играли с сильным соперником. Первую часть матча были равные силы и составы. Что можете сказать про первый тайм? Действительно, соперник очень серьезный. Мы знали об этом еще после того сезона предыдущего. И перед этим матчем у них появился новый защитник, с которым я знаком по другим футбольным соревнованиям. И действительно, команда укрепилась, прежде всего, в игре в обороне. Первый тайм в этом нас убедил. Мало создали моментов, Лацио реализовал свои моменты, вышел вперед, и к перерыву, честно говоря, у нас довольно, ну, не могу сказать, что мы были подавлены, но для нас это было довольно-таки сюрпризом. В перерыве перестроились как-то и взяли игру в свои руки. Да, несколько рекомендаций от капитана, от нашего опытного защитника, опорника. Он внес некоторые коррективы в нашу игру и, в первую очередь, морально воодушевил нас своими словами. И, как видите, на втором тайме мы смогли показать гораздо более лучший футбол, что, собственно, видно из счета. Смогли переломить ход игры, и вот 5-2 победа. Очень приятно, на самом деле, волевая победа. Вы считаете заслуженный по счет по игре, да? Я считаю, что, ну, возможно, счет должен быть там, ну, может быть, не в три мяча. Все-таки соперник играл довольно-таки неплохо и смотрелся достойно в первом тайме. Вообще нас обыграл. Но победа, я считаю, достойна, потому что во втором тайме мы действительно были лучше. У соперника были моменты на последних минутах при счете 4-2, но они их не реализовали, ну а мы, собственно, свой пятый момент смогли забить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.